Так, это на фоне проводов Венера. Сегодня у нас 30 сентября 2021 год, Харьков, 18:57 по Киеву. Сейчас будет Юпитер, Сатурн, и важнее этого МКС, но вот Венера к тому времени уже спрячется от нас за крышами домов. Поэтому начинаю с нее. 133 миллиона километров, да. Это красавица. Вот, даже фазу видно, когда уменьшаешь выдержку. Я, наверное, все-таки увеличу выдержку, дабы на фоне проводов было видно движение планеты, а вернее вращение планеты Земля. Так, в 58 минут должен появиться МКС. И сейчас как раз 58 минут. В общем, пока любуемся на закат. Как раз в этом районе, сейчас, пока наведусь на Юпитер. Галилеевыми спутниками. Вот, а я пока буду смотреть, где же у нас МКС. Все, вижу. Так это он даже еще не в зените. Он спутника на МКС. Да. Выпадает, ну, 27 тысяч километров в час. Не шуточная скорость. Так, в зените.
не понял, а перед ним что летит? Я думал, звезда какая-то. Вот, вот это что такое? Это не МКС, это что-то перед МКС летит. Ха. Они одним курсом шпарят. Конечно, может, на разных эшелонах. Сейчас я попробую сделать так, чтобы они оба в кадр попали. О, видно, как на фоне звезды шпарит вот эта штука, да? Ну, ждем теперь МКС, здесь точно пролетит. Опа, вот он. Очень любопытно. Светит. Уменьшил выдержку. Что ж ты? Ну, ребята, делаешь у моего. Как в том анекдоте. Все, впереди идущий спутник уже исчез. Да, это никаких нервов не хватит. Все, уходит в тень земли. Ушел. Можно вздохнуть и перестать материться. Так, это у нас Юпитер. Сейчас напущу штатива. Да, Венера уже спряталась, как и ожидалось. Справа Ганимед, слева Европа, по-моему, Ио. Ну, даже какие-то полосочки вижу экваториальные. Это я сейчас с другими настройками ИСО это поснимаю. Да, видно экваториальная полоса. 630 миллионов километров. До Юпитера.
пошли Сатурн посмотрим. Один 1,407,000,000 километров до Сатурна. В 2 с лишним раза больше расстояния. До Сатурна, чем до Юпитера. Посмотри, как все дрожит. Ладно, хорошо, МКС есть, Юпитер, Сатурн есть и Венера есть. Чего еще можно желать для одного дубля? Только того, чтобы он вместился в один дубль, техника его не порезала. 30 сентября 2021 год. Харьков. Девятнадцать ноль восемь пакет.